Знатоки этой породы кошек говорят, сфинксы очень ласковые создания, не могут без общения с людьми и любят, когда их целуют в нос. Но, похоже, сегодня не тот случай. Кот по кличке Голд с утра не в духе. Он занял оборону в дверном проеме. Все, все. Спасатели будем вызывать. Его отвергла желанная подруга. Кошку-недотрогу уже наказали и от греха подальше закрыли в ванной. Но такое вмешательство хозяев в личную жизнь взбесило Голда. Блин, вообще, у меня ногу поранил. Он цепился зубами. Все, все, Голд, все, все. Твою любовь побили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, никто не тронет, все. Угомонить сфинкса не смогла даже миска с любимым лакомством. А попытка освежить его на балконе закончилась очередным кровопролитием. Это результат атаки кота. Прямо ночевать сегодня будем. Не знаю, Юр, я боюсь. Дальнейшее противостояние с любвеобильным котом грозило его хозяевам бессонной ночью. Пришлось все-таки пустить Голда к даме сердца. Кошаки, вы разбирайтесь сами, хорошо? Кто любит, кого не любит.